По официальным данным, 25 человек погибли и 107 пострадали в результате пожара в одной из государственных больниц в провинции Джизан, Саудовская Аравия. Ряд источников сообщают, что число жертв возросло до 30. Получившие ожоги и другие повреждения пациенты доставлены в другие клиники. Огонь вспыхнул на первом этаже больницы, где расположены реанимационное и родильное отделение, в половине третьего ночи по местному времени. В борьбе с пожаром и для эвакуации пациентов была задействована 21 бригада пожарных и спасателей. Справиться с огнем профессионалам удалось достаточно быстро. Причина возгорания устанавливается. Не исключается, что произошло короткое замыкание. Местные власти начали расследование.